Громким мяуканьем встречают нашу съемочную группу в приюте бездомных животных «Пушистый ангел». В небольших вольерах живут подобранные на улицах обогретые и накормленные кошки и котята. Участок, где они жили почти год, продали. И сейчас приют переехал в новый просторный дом. В нем есть все удобства для жизни пушистых мурлык. Этот дом был выбран по ряду нескольких причин. Во-первых, отдаленность от города, от жилых районов, от жилых массивов. То, что большое количество животных, собак мешает людям спать, а с этим сталкиваются скандалы, с соседями ссоры. Здесь большая территория. Здесь два у нас. Один жилой дом для человека, который здесь будет постоянно жить, ухаживать за животными. И два больших амбара. Один амбар 300 квадратов, один амбар 200 квадратов. Они закрытые, более-менее утепленные. Вот только за аренду дома нужно еще заплатить. Деньги хозяева жилища требуют за год вперед. До конца лета мы им платим каждый месяц по 50 тысяч. И потом мы им будем вынуждены сразу заплатить за год. Мы попросили у них подождать, что мы подкопим, отложим. И вот мы должны будем в августе им заплатить 600 тысяч за год. Помимо этого, животных нужно кормить, лечить и убирать за ними. Нам нужен брус 5 на 5, желательно, хотя бы 4 на 5. Нужна мелкая сетка-рабица и ОСБ. Это материал, нам там уже шурупы, гвозди и рабочая сила, еще пару мужчин желательно. И сразу будем на 2 года здесь. В приюте сейчас обитают 64 кошки, 17 из которых еще котята. Это сейчас сытые и довольные животные в полной безопасности живут в фонде «Пушистый ангел». А ведь у большинства из них нелегкая и зачастую трагичная судьба. Например, этого котика по кличке Моторчик силами нескольких волонтеров вытащили из мотора машины. Как это чудо попало туда, неизвестно, но спасли его вовремя. Авто не успели завести, и животное не пострадало. Живут в фонде «Пушистый ангел» и собаки. Активные и доброжелательные, они бегают по просторному двору и играют друг с другом. Эти псы могут стать отличными охранниками и верными друзьями. Старые и больные собаки живут в закрытом вольере и несколько раз в день выходят погулять. Так у пирата ампутирована задняя лапка, но пес любит жизнь и обожает нежиться на солнышке. Кошки и собаки – животные социальные. Они очень любят, когда их гладят и играют с ними. Но за ними необходим постоянный уход. Приют «Пушистый ангел» приглашает волонтеров, которые смогут помочь с уборкой вольеров и кормежкой пушистых питомцев. Только посмотрите на этих ласковых пушистиков. Кошка – это отличное домашнее животное. Оно будет дарить своему хозяину ласку и заботу. И неважно, породистая это кошка или кошка, подобранная с улицы, она неизменно будет любить вас. Кс-кс. Анастасия Новикова, Эльдар Жанусханов, Камила Сайфуллина. Информационная служба телекомпании «Отрар».